вязание цветочка на бурдоне. Для вязания я буду использовать нитки Ализы Дива. И сначала наматываю на указательный палец нитки. Я буду вязать на бурдоне. Затем крючком подеваю петельку и провязываю первую петлю. Теперь нитки с пальчика можно снять. И теперь внутрь колечка провязываем 25 столбиков без накида. Вот я провязала и соединяем первую и последнюю петли с помощью соединительной петли. Соединение производится за переднюю полупетлю. И далее будем вязать следующим образом. Провязываем 2 воздушные петли. И далее в следующую петлю вяжем столбик без накида. И далее повторяем 2 воздушные петли и столбик без накида в следующую петлю. Провязываем его тоже за переднюю полупетлю. В конце ряда вяжем соединительную петлю. И нитку уже после этого можно будет отрезать. Дальше я буду вязать ниткой другого цвета, захватывая вот эти задние полупетли. И я вдеваю крючок за заднюю полупетлю. Буду вязать ниткой другого цвета, вытаскиваю петлю. И теперь я буду прятать конец нитки. Делается это следующим образом. Конец нитки переносится на другую сторону, затем провязывается следующая петля, опять переносится на другую сторону. Теперь вторая петля. Опять переносим на другую сторону. Третья петля, снова делаем переплетение. Четвертая петля, опять переплетение. И пятая петля. И теперь вот этот конец нитки можно отрезать ножницами. Я так и сделаю, чтобы он не мешал. И далее пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в пятую петлю провязываем столбик без накида. Далее вязание повторяется. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И затем пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. И так вяжем до конца. Вот я так провязала, и в самом конце ряда вяжем соединительную петлю в ту петлю, где мы начинали вязание. Теперь приступаем вязать лепестки. Под воздушную цепочку провязываем столбик без накида, затем столбик с одним накидом. Затем 5 столбиков с 2 накидами. Раз. Два. Три. Четыре, пять, затем столбик с одним накидом и столбик без накида. И вот первый лепесток провязан. Далее все лепестки вяжем точно так же. И вот такой, красивый получается цветочек. Люди добрые, ставьте лайки, а то как мы узнаем, что работали не напрасно? И на новые уроки подписывайтесь, а то пропустите самое интересное.